Всем привет, друзья! Мы на канале «Породные куры» в Оренбурге. Меня зовут Вадим. 5 декабря. Вот. Вечер. Еще не накормил, только разнес воду. И вот решил немножечко снять небольшое видео. Значит, вот это в продолжение к вчерашнему ролику. Вот эти вот два петушка, видите, они живы и здоровы. Они тут. Никуда я их не собираюсь ни отдать и не съесть, потому что в наших краях сейчас такую породу не найдешь. Не дай бог, что с тем петушком случится. Вот два резервных, оба нормальных петушка, поэтому там дальше будем смотреть. Вот. Это вот миксовая семья. Значит, тут 13 курочек. Но не все еще несутся. Несется или 10, или 11 курочек вот занеслось. Вот. Ну и вот. А, вот еще, кстати, вот там у меня спрашивали, где от голубого, от лавандового американа. Вот они тут, на втором этаже, вот тут они, он бегает. Как-нибудь по ним сделаю обзор. Короче, тут они все нормально, 3 штуки. Вот, значит, я не знаю, или 10, или 11 курочек несутся. Вот, вот что сегодня. Ну, короче, они, в общем-то, уже неплохо несутся. А эта семья занеслась. Я за нее спокоен. Там 2 или 3 курочки несутся. А смотрите, вот такое вот яйцо разного цвета, от бежевого до коричневого, как у марана почти, потому что папа был маран. Яйцо от молодок уже довольно-таки хорошего размера, видите? Вот. Это вот папа Амираукан был. И хохлатый, вот такой голубоватый, зеленоватый. Вот это вот, это от миксовой прошлогодней. Тут одна прошлогодняя. Вон у стенки стоит. Вон, черная, вон. Это от нее, она прошлогодняя, в прошлом году с маранами жила она. Вот это она несет такое, у нее, я ее оставил, она несется хорошо, и у нее все яйцо под 70 грамм, вот такое, 69-70, вот такое, калиброванное. Вот, а это вот черное, которое, вот это, которое с ленинградскими яйцо попало, вот она черная, миксовая получилась, там нечаянно яйцо попало. Я ее оставил, вот она несет уже вот такое вот яйцо. Если ленинградские еще думают там, а это уже миксовое, видите, хотя занеслась позже их. Вот такое-то яйцо уже. Грамм, наверное, около 60. Вот, значит, что тут получилось? 4, 6, 8, 9 яичек. Вчера у них было 7 яичек у этой семьи. Позавчера было 10. Вот так вот они несутся. То есть, вот такие вот яйца, видите, красивые. Ну, почему не делаю еще обзоры по яйценоскости? Несутся 3 семьи. Остальные пустые гнезда. Вот сейчас давайте по этому сараю пройдем. Потом пойду кормить. Видите, еще кормушки пустые. Воды-то принес, налил, а кормушки еще нет. Вот, 2 этих петушка и миксовый. Вот она, прошлогодняя миксовая. Я ее оставил. Несется хорошо, крупное яйцо. Кто с кем накосячил, хрен узнает. Я даже не знаю, откуда она получилась. Вот, вот такая вот она. Довольно-таки крупная. Вот. Так, открою пока, пусть идут гулять. Идите, побегайте пока. Вот. Тут мараны. Ну, это семья молодая, я даже еще не сделал гнезда. Я говорил, тут сделаю, некогда, блин, сделать. Может, завтра вот займусь. Тут, а послезавтра там. Ну, короче, тут нечего говорить, они еще не несутся. Вот этот Петька у нас будет основной. Приехал к нам с города Тольятти. Вот такие вот они. Тут хохлатые, тоже еще гнезда не сделал, не несутся, но уже надо делать, одна уже может занести скоро. Вот такие вот хохлатые, вот, вот Петька, вот они девки, ну видите, еще маленькие совсем, гнезда нет, еще, короче, не несутся. Идем только ради ленинградской, вчера я вам показывал, вчера было 4 яйца у них, я вам говорил, 4-3 яйца, больше не было, я еще не заглядывал, у тех поглядел, а тут сейчас вот такие вот они. Ну и вот еще одни 4. Ух ты. Тут нету. Вот какой-то, наверное, как огурец двухжелтковый нибудь. Вот. А эти вот мелковатые. Против той миксовой она с ними одного вывода. Вот такая вот яйценоскость. Вот видите, какой длинный. Ну это двухжелтковый. Это. Вот. Вот они. Больше 4 яичек еще не сносили пока. Вот вчера было 4, сегодня опять 4. Ну вот такой вот небольшой обзор. Поэтому, когда обзор по яйценоскости делаю, во все проходишь по всем вольерам, чтобы можно было собрать, сравнить. А это что?
пусто. Тут еще рано. Наверное, с января начну. Ну вот сейчас ленинградские вот подключились. Миксовые, пушкинская и американа. Они уже несутся хорошо. Пушкари, старшая семья, там у них каждый день 10, 11, 9 яиц. То есть они уже заработали хорошо. 10, 11, 9 шпарят. И вторая пушкинская, которая помладше, тоже заработала там. Ну как, не заработала, начинают. 3, 2, 4, вот так. Ну еще там. Вот они, пока я убираюсь, выходят погулять. Сейчас на улице, наверное, градусов 17-18, может 20, хрен узнает. Ну вот, на пробежку выходят. Вот такие вот они. Вот. Ну и все, пойду за кормом. Пойду за кормом. Вот. Снег потаял, вот сегодня чуть еще подсыпал, а так был вообще был растаял. Вот такая контель. Все, всем спасибо за просмотр. До новых встреч. Всем хороших урожаев.